Характеру долины река делится на три участка. Верхняя Катунь от истока до реки Коксы длиной 186 километров, средняя Катунь от Коксы до реки Большой Сумульты длиной 206 километров, нижняя Катунь от Большой Сумульты до слияния с Беей длиной 296 километров. Река Катунь является настоящей визитной карточкой Алтая. В переводе с алтайского Катунь означает «хозяйка», «кадым». Катунь протекает с юга на север почти по всему Алтаю, а где не прошла сама, там проходят многочисленные ее притоки. Длина реки Катунь составляет 688 километров. Площадь бассейна – 60 900 км второй степени. Катунь имеет 254 притока общей длиной 708 километров. Самая крупная из них – Катчал – 680 километров, Узун-Карасу – 657 километров, Ускучевка – 651 километр, Верхний Курадон – 648 километров, Быстрое – 642 километра и другие. Характер Катуни отличается непостоянством. В некоторых местах река бурная, а в других местах – спокойная. Такое различие зависит от рельефа тех участков, по которым течет Катунь. Воды Катуни могут менять цвет в зависимости от времени года. Весной и летом вода имеет серый цвет. В осенние и зимние месяцы река приобретает бирюзовый оттенок.
of our countdown. At the 30-second mark, swing arm number one will retract. T-minus 50 seconds. As we pass the T-minus 50-second mark, the power transfer takes place.